Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Недавно мы с мужем были в ресторане на завтраке. Завтрак был очень вкусный, назывался «Английский завтрак». Когда мы его заказали, мы не знали, как он выглядит. Но когда нам его принесли, мы увидели, что это просто большая тарелка, на которой лежали самые простые продукты. Там были сосиски, омлет, какие-то овощи, какой-то салат. Такой завтрак стоил примерно 500 рублей, и я подумала, почему бы не готовить дома такой же завтрак. Можно просто заглянуть в холодильник и посмотреть, какие продукты у тебя лежат без дела, и сделать такой же прекрасный английский завтрак, только намного дешевле. Я пошла к холодильнику, посмотрела, что у меня там осталось. У меня лежал как раз вот такой вот стебель сельдерея, он отлично подойдет для завтрака. Сосиски, яйца, молоко, чтобы сделать омлет. Помидорки черри, они, кстати, очень вкусные, сладкие, и вне сезона я всегда покупаю именно черри. Один кусочек брынзы тоже пойдет для завтрака, и вот такой вот риет из гуся с черносливом. И еще у меня всегда в холодильнике лежит салат. Я покупаю его в горшочке, ставлю в стакан с водой, накрываю пакетом, и так он стоит, ну, примерно, наверное, 8 дней и вообще не портится. Рекомендую. Начнем с омлета. Берем яйца и разбиваем их в миску. Теперь берем вилочку и перемешиваем яйца так, чтобы белок соединился с желтком. Теперь к яйцам добавляем 2 столовых ложки молока. То есть на одно яйцо мы добавляем 1 ложку молока. Если добавите больше, то омлет получится водянистым. И теперь перемешиваем яйца с молоком. Перед тем, как жарить яйца, нам нужно подготовить все остальные ингредиенты. Овощи мы помыли. Салат мы будем рвать руками, черри у нас уже маленькие, поэтому нам нужно порезать сельдерей и накрошить сыр. У меня здесь 2 сковородки, на одной я буду жарить омлет, на другой сразу же поджарю сосиски. Сосиски вообще можно в микроволновке подогреть, но у нас сковородка гриль, благодаря ребристой поверхности узор такой красивый получается, поэтому мы всегда жарим сосиски на ней. В сковородку, где будет омлет, наливаем немножко оливкового масла. Распределяем масло кисточкой, включаем сковородку и ждем, когда она разогреется. То же самое делаем со второй сковородкой. Сковороду гриль можно смазать прям остатками масла с первой сковородки, потому что здесь практически ничего никогда не пригорает. Выливаем омлет на сковородку. Ждем, когда он чуть-чуть схватится, и потом будем мешать его лопаткой. Мешать омлет нужно постоянно, потому что он должен получиться вот такой вот консистенции. То есть не ровный, как мы привыкли, а вот такой вот рваный. Буквально за несколько минут мы пожарили сосиски и омлет. Осталось теперь только все это собрать. Поэтому берем красивые тарелочки и собираем. Еще у нас остался риет, или паштет, который можно намазать или на хлеб, тосты, или вот на такие вот хлебцы. И кладем куда-нибудь с краешку на наше блюдо, чтобы было красиво. Второй кусок можно оставить таким, или тоже намазать паштет. Ну, я оставлю вот так вот, потому что вдруг не захочется больше есть паштет, а хлебушек будет лежать. Посмотрите, какой красивый завтрак у нас получился, буквально из того, что было в холодильнике. Это очень вкусно и намного дешевле, чем в ресторане.